Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с оборудованием APXL. В данном случае вам предоставляется внимание монокуляр, проще говоря, подзорная труба, маленькая, очень маленькая. Для того, чтобы осуществлять приближение объектов, когда вы находитесь там в театре, в цирке и тому подобное, либо просто на природе где-то находитесь, и вам нужно что-то увидеть, приблизить. Причем шестикратное увеличение оптическое и предоставляет это возможности. И как второй вариант функциональных возможностей, здесь вложена прищепка для того, чтобы установить на смартфон и тем самым осуществлять съемку. Но сразу же хочу сказать, что у вас будет именно на экране смартфона именно круглый вариант. Сейчас более подробно чуть позже увидите. Можно, конечно, увеличить, либо кропнуть в последующем, когда вы будете либо монтировать что-то, либо приводить в соответствие при помощи фото-видео программ. Можно это все сделать. Но основное назначение — это, соответственно, небольшая монокулярная подзорная труба для того, чтобы осматривать те или иные объекты. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, вот все пришло в таком виде. Пришло достаточно быстро, где-то в течение 21 дня. Ну, состояние упаковки вы, конечно, видите. Это спасибо Почте России. Она всегда привезет нам посылки в том исходном варианте, что и они лежали у продавца. Причем вот за эти замятия, по идее, можно снять с Почты России деньги за то, что некачественно предоставляет услугу. Поэтому пользуйтесь правами. Никогда не говорите код заранее, сначала осматривайте посылку, причем это можно сделать и вскрыть ее при желании. Ну а дальше, если вот в таком состоянии, вы можете составить акт, и вам Почта России должна возместить те расходы, а именно за испорченный товарный вид данного изделия, упаковка. Поэтому, когда даже вы приходите в магазин, если упаковка рваная, либо уже вскрытая, то цена должна быть резко уменьшена. Там на процентов 5, 10, иногда и 15, в зависимости от того, какая у вас упаковка пришла. Ну и вот здесь вот представлены все основные характеристики, что можно осуществить. То есть минимальное расстояние от 30 сантиметров или 0,3 метра, как вот здесь написано, что вам тут даже HD, ну и чистое видение, хорошие цветопередачи. И основные характеристики, которые представлены. То есть угол обзора — это 8,6 градусов, фокус от 0,3 метров до бесконечности, оптическое разрешение шестикратное. А дальше здесь используется соответствующий тип призм. Также сказано, что 10 элементов в 7 группах. Здесь есть даже покрытие какое-то мульти для того, чтобы улучшить. Дальше, ну, материал стандартный, то есть алюминий, пластик и так далее. Стекло. Именно стекло, а не пластиковое стекло. И размеры. Диаметр 32 мм, ну а длина 102 мм. Ну и вес этого монокуляра 130 грамм. То есть, и вот здесь вот продемонстрированы возможности. Вот, кстати, телефончик можно взаимодействовать. Но вот видите, вот такое вот круглое изображение будет. Можно, конечно, его увеличить посредством увеличения смартфона, но как вариант можно, если вы, например, 4К снимаете, можно кропнуть вот здесь вот местами, чтобы у вас круглых закруглений не было. Ну, либо как вариант стилистика видео формата в таком. Но мы чуть позже посмотрим и продемонстрируем. Итак, давайте смотреть, что находится внутри, что предоставил продавец. Ну, хорошо, что есть в чехле. Дальше в упаковке больше ничего нету. Здесь стандартная инструкция.
Здесь пришло, ну, как у них обычно. А не, здесь даже VIP-код дали. Можно покупать и даже бесплатно получать данные от этого магазина, производителя. Вот такой вот VIP-код дали. И, как обычно, у них 5 звезд и так далее продемонстрировать. Стандартная инструкция. Что здесь нам необходимо? На английском, правда, языке. И показано, как смартфоном закреплять. И дальше продемонстрировано. И, как обычно, у нас на китайском языке. Тут тоже самое продублируется. Ну, как говорится, хорошо. Кто знает китайский, читает на китайском. Кто знает английский, читает на английском. А кто не тот, не тот, берем смартфончик, Google, наводим камеру и переводим автоматически. Секрет такой. Стандартный их чехольчик такой мягкий, тканевый. И внутри вот находится у нас непосредственно сама прищепка. Стандартная их с фиксацией на смартфоне. Единственный минус, это вот металл, а она-то пластиковая. То есть здесь надо быть достаточно аккуратным при ее применении. Здесь фиксация той величины, которую вам нужно закрепить. Один минус, ну, только единственный винт, не пластиковый, а металлический. А так, ну, удобно, что есть возможность регулирования, то есть камера находится в различных положениях, по центру, справа, там, слева, там, 4 блока камеры, 3 блока камеры и так далее. Если есть регулирование, это всегда положительно. Дальше стандартный протирочный материал, который укладывают они во все свои изделия, имеется в виду, связанные с оптикой. Кстати, у меня на канале есть объективы данной фирмы Apixel, есть свет Apixel. Все желающие могут ознакомиться. Это как обычные объективы на смартфон и аноморфные. Кстати, вот в данный момент две камеры снимают именно при помощи этих аноморфных объективов. Кто еще не догадался и не знал. Хотя всегда в подписи под видео в конце там озвучивается, на чем снималось данное видео. Ну а сейчас сам объект основной, это монокуляр, вот такого он вида. Здесь есть у нас ремешок, чтобы носить на руке, ну, либо закреплять в каких-то местах, там сумки, вещи и тому подобное, стандартные. Дальше здесь вот написано о том, что, ну, 620, по идее, его вариант обозначения, он здесь APL 6X20M. И дальше вот здесь вот продемонстрировано, что могут измерять расстояние, то есть фокусироваться от 0,3 метров до бесконечности. И вот здесь вот есть вращающаяся часть, которая это позволяет сделать. Кстати, вот здесь вот есть, судя по всему, если вы сейчас видите, то можно изменять и в зависимости от того, какое у вас зрение, там плюс-минус, близорукость, дальнозоркость, тем самым выдвигая, вы можете сфокусироваться без применения дополнительных средств, там, очков, линз и так далее. Так вот открывается у нас с двух сторон. Это у нас глазу при резиненной поверхности. Кстати, здесь вот хорошо продумали, вот я там пока открывал инструкцию, показывал, демонстрировал, увидел. Здесь вот можно эти резинки, чтобы они у вас никуда не упали, не пропали, закрепить непосредственно на ремешке. Вот видим движение для того, чтобы вам установить необходимую величину для дальнозоркости либо близорукости и непосредственно вращение самой фокусировки. Да, кстати, если вы будете применять в виде фото-видео съемок, второй вариант продемонстрируем. Да, кстати, вот давайте продемонстрируем, как закрепляется. Вот в таком виде. Ну а дальше вы уже на смартфон, там где у вас основная камера, устанавливаете. И в таком виде у вас будет осуществляться съемка. На смартфоне имеется в виду. Так, вот такое вот изделие. Кстати, это новиночка. Она где-то в конце 20 и 21 года вышла. Есть у них другие варианты таких вот монокуляров. Ну, кстати, от 150 до 1000 метров, то есть до километра, можно что-то увидеть, либо какой-то объект, либо какое-то написание. Вот такая вот функциональная возможность этого монокуляра. Давайте сейчас я продемонстрирую примеры, варианты его использования. Итак, смотрим. Thank you.
Я вам продемонстрировал возможности монокуляра APX-L APL6X20M для того, чтобы высматривать какие-то объекты на расстоянии от 150 до 1000 метров. Ну и минимальное расстояние, где вы его можете применять, это от 0,3 метров до бесконечности. Существует соответствующее кольцо наведения, благодаря которому вы это все дело осуществите. Имеется в виду наводку на резкость и увидите объекты, находящиеся в удаленном расстоянии. Плюс дополнительно, как вариант, можно осуществлять видео-фотосъемку при помощи этого монокуляра и клипсы, которые устанавливаются на смартфон. Я продемонстрировал вам возможности монокуляра APX-L APL6X20M. Каждый сделает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вам для общего обозрения. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.